Всем привет, это проект «Окей, Гурис», и сегодня, наконец-то, будет очень такая взрослая, серьезная тема. Это День России. Я думаю, много что есть сказать про нашу страну и прямо сейчас обсудить со всеми людьми, которые, возможно, сейчас тусят в этом парке. Все, поехали. День России, 12 июня сегодня. Как вы празднуете этот праздник? Мы? Да. Гуляем. Мы думали, что будет какой-то концерт, концерта нет. А в итоге вообще ничего. А вы же, наверное, много чего знаете вообще про страну, про Россию. Вот сегодня празднуется какой день? 12 июня. День России. Его вообще некоторые люди называют Днем Независимости, но Россия никогда не была как бы независимой. Сколько орлов на гербе Российской Федерации? Каких еще орлов? Это же не Америка. Нет, герб России. У тебя монетки есть? Давай посмотрим. Можно у прохожих спросить. Так вы тоже прохожие были для нас, мы сейчас их будем спрашивать. Мы первокурсники. Да? Мы еще не опытные, да. 12 июня сегодня, День России. Что вообще думаете? Классный праздник? Праздник хороший, да. Ну вот 12 июня, День России. Когда в России празднуется День Российской Федерации? Честно, без понятия. Ну и вопрос, конечно, подъехал. Да. Не, ну просто подумали, не знаю, может быть, слышали. Вот 12 июня, День России, а День Российской Федерации когда празднуется? Без понятия. Сейчас. Без понятия, да. Про герб, я думаю, тоже проблем. В принципе, сколько орлов у нас на гербе изображено в России? Два. Хорошо, а в честь кого названа Россия? Калининград назван в честь Калинина, допустим. В честь кого названа Россия? Как звали? Помните человека? Почему приходит Ростислав, но это такого нет. Нет. Я не знаю. Не помните? Ну как, давайте просто подумаем хотя бы логично. Как могли бы, если это фамилия, какая фамилия могла бы быть? Если страна называется Россия. Красив. Что у тебя по истории было? У меня 5. Ну только почему ты сомневаешься? Я не особо ты учил ее. Давай имя тоже угадайте. Если с первого раза получилось фамилию, ты должен с первого раза имя угадать. И все. Под голову Иван, но это так. Самое российское имя Иван. Да. Иван России, серьезно, вы не помните? Нет. Ну теперь-то будете знать, наверное. Да. Праздник, 12 июня. Что можете рассказать вообще про День России? Обычный день. Серьезно, вообще не чувствуете у вас на душе праздник какой-нибудь? Нет. Много чего знаете про Россию? Много чего знаешь про Россию? Нет. В каком порядке расположены цвета флага российского? Белый. Какая последовательность? Сверху вниз. А, ты же так же неожиданно, а? Цвета какие? Цвета какие? Хорошие. Смотри, Россия большая страна? Да, огромная. Сколько, в России живет около 147 миллионов, да? Представляете примерно масштабы. Какая численность населения Российской Федерации? Мы только что сказали. А, нет, нет. Все нормально, ты он скажи. Бегал. Только что бегал, занимался? Бегал, да. Это не оправдание, надо. Это не оправдание. Пообщаемся. О, что ты сделал? Я гелий. О, а давай ты можешь максимально вдохнуть и поздравить всех с серьезным праздником День России. Всех поздравляю с праздником День России. Ну да, моего дедушка тоже звали гелий, поэтому я этим и занимаюсь. Мне очень нравится носить вот эти прекрасные уши, которые я сделал сам. Это такой праздник, о котором люди вспоминают за день до него. То есть кто-то говорит, о, завтра на работу завтра не надо. День России, такой, отдыхаем. Страна-то большая у нас. Да. 11 часовых поясов угу. У нас. Во сколько смотрят во Владивостоке люди поздравления президента, если у нас мы смотрим 12 часов его? Ну, 12 часов. Там, во Владивостоке смотрят? Ну, да. Вот, ты как считаешь? 7 разницы часов на Дальнем Востоке. Так, тогда получается во сколько? Подумала не о том. Ну, в плане, это не имеет значения. Вот, ты так же считаешь? Ну да, знаете, я вот был на Сахалине, например, Калининград, класс, Сахалин, давай. Я здесь просыпаюсь утром, и там я тоже проснулся утром. Это магия? Я думаю, да. Это все потому, что дедушка гелий. Ну да. Это все как-то связано. Ну да. Еще какие-то вопросы? Еще хотите? Не знаю. Хорошо, вопрос будет такой, какое у нас движение в России автомобильное, правостороннее или левостороннее? Правосторонняя. Правосторонняя. Почему тогда леворульная машина у нас, если правостороннее движение? Ну, наверное, они в Японии. А? Не российские модели. Так если у нас правостороннее движение, почему у нас руль слева находится? Ну, чтобы стрелять было удобнее. Поэтому же дороги такие. Ты сказал стрелять? Ну да, это из-за стрельбы. Было колющее оружие, его носили в какой там руке, в левой или в правой. И было удобнее сносить людям головы с этой стороны. А ты можешь сейчас вдохнуть и вот этим же, вот этим голосом сказать про то, что сносить головы? Сносить головы правой рукой. Угу. Такая у нас история с военными корнями. Туда у всего мира уходят. Да. Все, спасибо, ребят. Спасибо, с праздником. Праздником. Все, не получилось. Давай, что получилось. Хорошенько прям.
Тихо-тихо, сейчас. С праздником. День России – праздник, про который многие вообще ничего не знают. Как вы к этому к нему относитесь? Как вы, может быть, празднуете его? Меня прямым утром поздравили за 100 грамм. Вот я отдыхаюсь. Ну, про праздник, я думаю, вы хорошо знаете. Ну, праздник, конечно. Да? Сегодня 12 июня – День России. Ну, а вот День Российской Федерации когда празднуется? 7-го. Ну, я затрудняюсь. 7-го какого числа? Тоже июня, в смысле? Мая. 7-го мая? День Российской Федерации. Наверное, да. Цвета флага Российской Федерации. Помните порядок? Сверху вниз, если пойти, какие цвета? Красный. Белый. Красный, белый. И синий. Большая страна, живет 147 миллионов человек в России. Какая численность населения страны? Ну, в такую подробность я не вдавался давно уже. Да, а такой вопрос исторический. В честь кого названа Россия-то? Россия в честь кого? Ну, как звали человека, в честь которого назвали Россию? Петр, наверное. Петр. А фамилия, получается, какая была? Ну, может, российский. Российский. Петр Российский. Не помните, про него в школе говорили? Ну, говорили, да. О, а чего здесь написано там? Сила? Вот-вот-вот, сила. А, да. В чем сила? В правде. Замечательный праздник сегодня какой? День России. День России. Вот для вас это как бы праздник или это просто как бы день, когда просто все отдыхают? Типа? Ну, наверное, да. Для меня это не особо праздник. Если получается 12 июня сегодня День России, когда празднуется День Российской Федерации? Не ко мне вопрос. И не ко мне тоже. Вы знаете праздники, нет? Только основные. Те, которые празднуемые. Россия – это огромная страна, это отличает вообще от других стран. Живет 147 миллионов практически человек в России. Какова численность населения, получается, Российской Федерации? Примерно хотя бы. 400 сколько? 470? Численность России, вы то, что назвали. Нет, население, численность населения, то, что получается. Назвали. 147 миллионов. Это Россия? А! Несколько десятков миллионов вроде там. 40-70. Наверное, смотря какой город. Жители Владивостока во сколько смотрят поздравления президента на Новый год, если мы здесь смотрим в 12 часов его? Час уже. Дня, получается. Час дня они там, получается, в обед это уже смотрят поздравления. Это у нас час дня, у них как бы уже полночь. Фактически. Нет, стой. Если мы смотрим в 12 часов, во сколько они там у себя смотрят? Час. Это по-нашему в час, получается? Нет, у них. В Владивостоке люди во сколько смотрят? По их времени. Там они в 10 раз, если мы смотрим в 12, ну да, они смотрят сейчас, получается. Ребята, привет! А можно с вами немножко пообщаться? Окей, немножечко. О! По ним снимали я оттуда, да, проезжай с Немана. Видите, какие у меня подписчики? Да, да. Сегодня праздник. День России? Да. Согласен. Видно, что ты человек-праздник. Как 12 июня нужно праздновать? Скорее, как я человек-война. Человек-война. Ты подала, я тебя поймал. Ну, я не знаю. Ну, бухать, валяться, домой не появляться. Да нет, это не пьем. А, нет, так было? Это было, да. Это было. Это было. Вы пришли, типа, нет. Убрать бутылки. Да, да, да. Волонтерствуем, волонтерствуем. Волонтерствуем. Ты прям похож на волонтера, в принципе. Снимаю. Иди к нам. Как празднуешь 12 июня? Хорошо. Да? Да. Ты болеешь, да? Типа, ну, нет. Медицинская, типа, нет? Просто. Про Россию много чего знаете, ребят? Про Россию. Священная наша держава. Так, хорошо, гимн ты знаешь, я понял. Нет, не знаю на самом деле. А я не люблю этот гимн, он некрасивый. Как давай старый гимн, который был. Ще не вмерла Украина, ни слава, ни воля. Дальше не помню. Это старый гимн России, да? Да, да, да. Я на камерку вообще не чуть-чуть. Я просто их выгоняю, чтобы нам спокойнее было. Здрасте. Я не слышала вопроса. День России. Что именно? День России. Класс. Если я спрошу имя твое, сразу разрушится весь образ. Давай в конце это будет. Я в конце спрошу твое да, имя. Да, я понял. В какой момент ты решил вот этим заниматься? Ну, наверное, года 2-3 назад. Да? Почему? Ну, не знаю. Вообще меня на это сподвигла какая-то социальная несправедливость. Меня больше не устраивает то, что все-таки людей судят в первую очередь по одежде, а не по уму. Вот как ты думаешь, как тебя судят люди вот по такой одежде? На самом деле, часто драться лезут. Драться лезут? Да, да. А с чего это, почему? Ну, многим просто не нравится такое. Когда да. Последний раз тебе подходили, сегодня было? Вчера. Ну, типа, начинают спрашивать конкретно за всю эту штуку, да? Ну, давай показывать все, пожалуйста. Вот начнем с обуви. Что она означает, почему она разного цвета?
конкретно этим сапогам больше, чем мне, 20 с лишним. Вот это вот на какой случай? А, так это для красоты, это гвозди обыкновенные. Или чтобы собаки не кусали? Честно, не знаю. Давай к куртке перейдем. Ну, я всегда буду против, это одна из самых прикольных песен гражданской обороны. А, так, окей. Замок. Это просто молодожены какие-то повесили, да, наверное? Просто места не было на мостике. Это со стоянки замок, на нем цепь держалась вот эта. У тебя есть девушка? О, честно, у меня их много. Я за свободные отношения. Как ты используешь этот замочек, честно, в каких-то таких ролевых цепочках? Да, ну, для такой темы больше подойдет ошейник. Да, строгач собачий. Пользовался хоть раз? Ошейником? С девушкой? Было дело. Да? Понравилось? Честно, не знаю. Разницы особо нет. А все, я уже, да, как бы, там прям закончилось, так закончилось все, видимо. Окей, очки теперь, про очки. Ну, очки это... Изначально это был противогаз, а это резинка от трусов. Трусы ты их носил или они новые? Какие-то секонд-хенды за 15 рублей. Но ты их не носил? Нет. Все, это просто очень важно. У тебя проколоты уши? Ну, в принципе, у меня такая традиция просто, когда у друга день рождения, он мне делает подарки. Ну, знаешь, что я с ним уже 3 дня рождения отпраздновал. 3 дня рождения, да. Ходиться. Я тебе желаю, чтобы вы вместе с ним были 100 лет, чтобы просто посмотреть, чем закончится дело. Вообще. Спасибо большое. Все, и подошел я, собственно, к тому самому вопросу, когда разрушится весь этот образ крутого панка. Как тебя зовут? Ванькой меня звать. Ванька. Воу, дорогие друзья, видите, как я быстро переоделся? Вообще, я умею очень быстро переодеваться. Дело в том, что сегодня не только День России, 12 июня, но еще и открытие замечательной студии флористики и свадебного декора «Твой день». Нас сюда пригласили, прямо сейчас мы вам покажем, как там классно. Пойдемте. Про салон снимаем, про замечательную студию флористики «Твой день». Вообще, что можешь про это сказать? У этого салона большое будущее из-за людей, которые здесь работают, которые стремятся к такому сервису. Надеюсь, это будет один из лучших сервисов вообще в Калининграде. А ты в Калининграде, получается, работал до этого? Я здесь, нет, я здесь наездами, но живу я в Казахстане, в Астане, как бы здесь вот работаю. Какая самая такая топовая работа, какая-то прям гордишься ей? А, нет, ну я, конечно, делал, собирал букеты для разных знаменитостей. Для, например, например? И для президента 8 стран. То есть. 8 стран? Ну да. Для Казахстан президент? Да, Россия, Белоруссия и так далее. Букет для Путина собирал? Ну, конечно. Ну, обычно это просто 25 красных роз. А какие звезды еще были какие-то? Вот именно, может быть, какие-то артисты? Лайма Вайкули, Алла Пугачева. Не звонили потом, не говорили, типа, Денис, нет, типа, забери еще какой-нибудь. Нет, более того, что несколько доставок букетов делал я сам лично, потому что мне хотелось... Автограф взять? Нет, понять характер момента преподношения букета. Ну и автограф взять. Нет, автограф не брал, потому что люди заняты. Нет, им это... Так, у двери оставлял букет, типа, стучал и убегал? Нет, я заходил, знакомился, там, что-то такое. Это круто, это круто. Есть какой-то прям в мечтах, может быть? Вот какой-то прям, ты хотел бы для какой-то звезды прям, вот ты кумир прям? А ну для Тины Тернер, наверное. Есть шанс? Ты когда-нибудь соберешь букет для Тины Тернер? Ну, я хотел бы войти хотя бы в тройку флористов России. Хотя бы, да, такая? Хотя, да. А ну, в Казахстане... Ну, чемпион Казахстана я по профессиональной флористике. Чемпион Казахстана? Почему у нас самые интересные факты только в конце интервью появляются? Ну, это не очень интересный факт. У нас проект называется «Окей, Гуревск». «Ок, Гуревск». Вот какой букет можно собрать, чтобы вот примерно вот название как бы отражалось? Ну, я вот сегодня собирал букет. Пойдем покажем, может? Он стоит, да. Пойдем покажем прямо сейчас. Вот этот букет. Эти цветы были собраны где-то недалеко от Гуревска. Нарезал белых люпинов. Здесь вот фаллопию нарезал. Использовал голландские пионы. Ну, мне кажется, гуревские, гуревские, мне кажется, пионы. Гуревские пионы, да? Все равно, да? Такое немного наивное и отсюда близко нашей душе гуревское лето. Такое вот оно. Светлое, душистое, классно, белое, все. Пушистое. Как? Окей, Гуревск, да? Да, окей, Гуревск. Букет «Окей, Гуревск». Все. День России сегодня. Ой. В курсе, да, наверное? Мы вот его решили отметить в вашем городе. Откуда вы приехали? С Питера. Ой, с Питера. Что в Питере же, мне кажется, больше всяких мест, где можно отметить. Мы там уже все видели. Мы там уже все отметили. А у вас еще не все не видели. Я думал, Питер такой большой город, в котором даже 100 лет не хватит, наверное, чтобы там. Ну нет, конечно, конечно. Просто захотели, мы давно хотели в ваш город попасть, приехать. Это немецкий город, а тут итальянский.
А русский город-то где? Русский город, это Саратов. Саратов. Че, День России-то в Саратове не отметили? Про День России, если поговорить вообще, именно про как сам праздник, вообще, что вы про него можете сказать? Ничего не могу сказать. Я знаю 7 ноября, это день Великой Октябрьской социалистической революции. Видите, как мы долго живем уже. Поэтому мы привыкли отмечать 7 ноября. А у меня другое мнение. Да, вот я считаю, что нововведение новых праздников, это тоже хорошо. Почему нет? Какие-то праздники отмирают, мы их не отмечаем. Какие-то, наоборот, остаются. В советское время очень многие Пасху не отмечали, а мы отмечали, потому что нам нравилось. Какой праздник добавили бы сами? Какой праздник хотели бы, чтобы был? Можно было бы добавить праздник, который бы объединял все народности нашей страны, потому что День народного единства, 4 ноября. Нет, 4-го, кстати. Нет, это немножко не то. Почему перенесли? Это народного единства. А я бы, например, затронула больше национальные корни. А вот если про праздники поговорить, получается, 12 июня сегодня празднуется День России. Да. А когда, получается, празднуется День Российской Федерации? Это не одно и то же Россия. Вот, кстати, 4 ноября вы и сказали. Я так думаю, да? А вот чем принципиально отличается русский от россиянина? Мы русские, а все, вот, которые помоложе уже, они больше россияне. О, понимаете? Интересная теория. Вот в чем дело. Это абсолютно точно. Вы не знаете 7 ноября, поэтому вы, наверное, не знаете, что в паспорте раньше писалась национальность. И вот когда написалась, мы не были россиянами. Мы были русский, еврей, грузин, татарин, азербайджанец, как любил говорить Михаил Сергеевич. Азербайджанская республика, да. Я, кстати, как раз азербайджанец. А чем вы занимаетесь вообще? Мы пенсионерки. Ну, какие-то увлечения. Вы сейчас ездите, путешествуете. Необычные места были? Да, в Камбодже. О, можно про Камбоджу поговорить. Про Камбоджу? Да, когда празднуется День Камбоджи? День независимости Камбоджи. Мы не знаем, нет. Классно пообщались? Да, а вы кто? Все, а мы интернет, YouTube, ОК Гуриск называется. ОК Гуриск можете вести, посмотреть. О, как? А, Гуриск? ОК Гуриск раздельно, потом ведете на YouTube, посмотрите. Хорошо. Все, вы калининградцы? Да. А старая дорога, которую немцы построили, говорят, что она до сих пор вот жива, брусчатая. Вы сейчас выставляете меня глупым на камеру перед своими зрителями. Старая дорога вот там. Я знаю. Что это? Сказали, что немцы построили, ну, естественно, до Второй мировой. А вы знаете, когда Вторая мировая война? Она началась. Все, спасибо, мы пойдем. Так, давайте. Когда началась Вторая мировая война? 39-й год. А дата какая? Хватит, 39-й год. Давайте с года. 1 сентября. Школы идут, детки. 1 сентября 39-го года. Ну, я хотя бы год знаю, на троечку. Это здорово, нет, это хорошо. Чего вообще про праздник можешь сказать? Как вообще день сегодня проводите вообще? Ну как-то не особо видно, там никто не празднует, то есть. Ну как вы хотели бы его праздновать? Там салюты, фейерверки, где-то гуляния какие-то. Так. Праздники вообще знаете более-менее, которые в России празднуют? Да. Арина, давай, жги. Сегодня празднуется какой день, получается? День России, 12 июня. А когда празднуется День Российской Федерации? Ой. Ну примерно, может быть, знаете, может быть, праздновали тоже. Нет, нам как-то даже не говорили про него. Не помните точно? Нет, день Российской Федерации, когда празднуется? Сегодня День России, именно 12 июня, а День Российской Федерации, когда празднуется? 13. 13 июня? Завтра? Нет. В каком порядке идут цвета во флаге России? Знаете же, да? Не ищи, что-то ищи подсказки. Флаг. Ну, красный. Давай, какие цвета вообще? Начнем с этого. Ну, синий, белый, красный. Синий, белый, красный? Ну, есть. Ну, да. А по порядку как они идут? Ну подожди, ну так неинтересно смотреть, ну вы знаете. Ну что? Ну получается, ну синий, белый, красный, белый, все нормально. Синий, белый, красный, так и идет. Да, белый, синий, красный. Точно. Очень много людей живет в России. 147 миллионов в России проживает. Какая численность населения в России? Ой, наш география. Миллиард. Там миллиарды людей. Где-то около миллиарда, да, живет в России? Ну, вроде ну, численность населения где-то миллиард. Получается, живет в России 147 миллионов, где-то около миллиарда именно численность населения. В честь кого Россию назвали? Как звали этого человека, да? Роси. Какой Роси? Я не знаю. Росов. Росев. Росев, правильно, так, конечно. А как звали его? Ну, давай вот. Я откуда знаю? Ну, имена российские, их, наверное, проще будет, чем фамилию все равно. Илья Степан. Вова. Сегодня твой день. Владимир Росев. Владимир Росев. Ты не помнишь, такого полководца был? Да, наверное, помните, все равно были, наверное, какие-то у вас уроки. Просто забыли, наверное. Ну теперь будете знать. Если кто-то у вас спросит, вы будете знать в честь. Теперь да. Все, хорошего вам дня. Только неудачные моменты вырежете, Паша. Тогда придется все удалять. Здравствуйте. Можно с вами немножко пообщаться? Не надо. Почему? Спасибо, не надо. Почему? Вы ваши влоги.
налоги смотрим, пожалуйста. А что такого просто спросить? Тем более вы смотрите, значит, вы знаете все. Не хочется на весь Инстаграм, спасибо. На весь? Если 34 тысячи подписчиков, это весь Инстаграм, то спасибо. Зачем вы нас смотрите? Мы потом не можем с вами общаться. С праздником! 12 июня, праздник сегодня, День России. Да. Что вообще можешь сказать про этот праздник? Было бы хорошо, если бы было больше каких-то концертов, больше какого-то веселья в городе. Про Россию вообще много чего знаете? Про Россию про вообще? Россию. Про Россию? Сами же родились в России. Да, конечно. Живете прямо здесь, может, с Калининграда? Да, с Калининграда, допустим, история России, это, конечно. Серьезно, же... прям ты шаришь во всем? Ну, не во всем, но... Ну, давай, в честь кого назвали Россию? Россию? Да. Вот этого я не знаю, вот это тяжело. О, подожди, ты же про Россию. Вот как звали тяжело. Человека? Можно, может, тебе логика что-то подсказать. Чего ты? Ну смотри, Калининград в честь кого? Калининград? Вот это мы его об этом не проходили. Я имею в виду фамилию. Ну фамилия Калинин. Россия в честь кого? Какая фамилия была у человека? Подумайте логически. Российский? Сегодня же 12 июня, День России празднуется. Да? Да. Когда празднуется День Российской Федерации? Чего так тяжело-то? Почему такие сложные вопросы? Нет, очень простые на самом деле вопросы. Не для нас. Да. Кем хотите стать в будущем? Стилистами, парикмахерами. Да? А учителем истории могла бы ты быть? Нет. Это очень тяжело на самом деле. Да. Там можно пропустить какие-то очень важные моменты, недосказать или как-то перепутать. Все, пообещайте, что вы никогда не будете учителями истории. Конечно, мы не будем. Когда будете стилистами? Когда нам ждать? Сколько лет? Два года. Через два года? Через два года приходите. Все, вы будете самыми известными стилистами в Калининградской да. области. Конечно. Которая названа в честь? В честь... Я говорил уже об этом. В честь... В честь вас! Вы же известны будете. Да. Чего нас отвлекаешь? О, Господи, Бог пришел давай. Ко мне, наконец-то. А давай ты будешь отвечать свой микрофон? Да, я так давай, задумал. Ты будешь свой микрофон конечно. Отвечать. Давай, окей. Чего посвящена передача? День России. День России, отлично. Да, ты празднуешь День России? Конечно. Я вот стою с гитарой, у меня почти флаг. Вот, да? Вот почти. Где почти флаг? Нарисуешь там, прифотошопишь. Да? Давай, если нарисовать, по какой последовательности цвета должны быть флага? Ты я знаю, вот, там написано. Скажи, подожди. Белый сверху, синий посередине, красный снизу. Ты увидел, да? Ну а конечно. Так, а так бы как ты ответил бы? А так бы я ответил, как не Украина, а как там. Хорошо, как праздновать 12 июня надо? Как праздновать 12 июня? Выйти с гитарой и дать мне денег. Ага. Вот. Мы закончим на тебе. Это очень ответственная миссия. Какую-нибудь песню про Россию и про Окей Гуриш. Окей, Россия! Гуриевс, на связи с вами, Окей Гуриевс. В этот день России вам нужно делать красиво, отвечать на вопросы, которые не хотели бы слушать ответы, ненужные где-то из этой планеты. Вам нужна новая луга под предлогом. Но вы не боги, вы не боги. Окей, Гуриевс, наша Россия. Мы делаем вместе, мы делаем красиво. Окей, Гуриевс, окей, Россия. Окей, Гуриевс. Отвечаем на вопросы, делаем красиво. YouTube, интернет нас не слышит никак. Хочешь ответ, получается ништяк. Но ты подпишись на канал его, он где-то там. Зазрегайся, послушай микрофон. Он всего лишь ковыряется в телефоне, пока слушает меня. Показывает козу, но вы не видите, а зря. Его улыбка озаряет Калининград. Каждый, кто слушает утрат. Окей, Гуриевск, окей, Россия. Вместе с ним мы делаем красиво. Окей, Гуриевск, на День России. Тематические выпуски, когда города кончились. Спасибо, бро. Спасибо. Ты можешь что-нибудь сказать? Обратись к подписчикам, ты крут. Я очень хочу денег, вот прям, мне нужны деньги, я хочу громче быть. Просто быть громче, все. Больше ничего не хочу. Всем любви. Ну что ж, дорогие друзья, вот так и прошел праздник День России, 12 июня, здесь у нас, в Калининградской области. Как видите, у меня праздничное настроение. Подписывайтесь на канал, делайте репосты, празднуйте День России, узнавайте Россию, читайте историю.
Любите наш канал, любите Россию, я об этом уже говорил. Все. Пока.